Приветствую вас, друзья, на связи Евгений Ванин. В этом видео хочу рассказать вам о нашем клубе Offer Invest, который создает для всех желающих источники дохода, с которых вы и получаете прибыль. Наш клуб отличается от других проектов тем, что мы зарабатываем деньги от реальных источников дохода, а не от того, что привлекаем людей в наш клуб. Хотя и такой вид заработка у нас тоже есть по партнерской программе. Мы создаем источник дохода, к примеру, рекламную площадку. Люди на ней заказывают рекламу, и часть этой прибыли мы делим среди членов нашего клуба. У нас создается не только рекламная площадка, но и другие проекты. Просто рекламную площадку мы возьмем сейчас как за основу, чтобы вам было понятно, как все это работает. Переходим к следующему слайду. У нас есть несколько источников дохода, и первый источник дохода – это доход от бизнес-проектов, которые создает наш клуб. Какими могут быть эти бизнес-проекты? Я уже говорил, что это рекламная площадка, это сервис для вебинаров, это e-mail, рассылка, это могут быть порталы по сдаче недвижимости в аренду, по продаже авиабилетов и многое-многое другое. То есть здесь у нас нет границ для создания этих источников дохода. Единственным критерием является количество трафика, который будет приходить на эти проекты для того, чтобы мы смогли получать от этого прибыль. Мы все предусмотрели, и для этого у нас существует еще и доход по партнерской программе на 10 уровней. О нем я расскажу чуть позже. Мы также распределяем прибыль от всех созданных проектов на нашу внутреннюю валюту, которую получает каждый человек за регистрацию и за развитие нашего клуба. Эта валюта называется OfferCoin. OfferCoin подкреплен всеми бизнес-проектами, которые мы создали для вас. Ну и для себя, соответственно, тоже. Четвертое. У нас есть возможность зарабатывать внутри клуба, продавая свои собственные продукты, предлагая какие-то свои услуги, ну и так далее. Переходим к третьему слайду, на котором я расскажу, как работает доход, как вы получаете доход от наших бизнес-проектов. В клубе можно зарегистрироваться абсолютно бесплатно и получить уже доступ к каким-то сервисам, которые созданы нашим сообществом. Но если вы оплачиваете членские взносы от 500 до 3000 рублей, во-первых, вы получаете доступ в закрытую часть клуба, где выложены платные материалы, скрипты и сервисы, которыми вы будете пользоваться абсолютно бесплатно, так как вы являетесь уже платным членом клуба. Часть денег, которые вы оплачиваете как членский взнос, а точнее 34%, уходит на создание одного из проектов, которые мы создаем на данный момент. Ну, давайте как пример возьмем ту же самую рекламную площадку. Мы создали рекламную площадку и начали продавать на ней рекламу. От рекламы мы получили прибыль, и эту прибыль мы делим между членами нашего клуба, тех, кто оплачивал членские взносы, и часть этих денег уходит обратно в клуб Offer Invest для создания следующих источников дохода для вас же самих. Переходим на следующий слайд. Что происходит? Представьте, у нас есть, ну, допустим, в году у нас 12 месяцев, и каждый месяц вы оплачиваете членские взносы по 500 рублей, к примеру. В первый месяц, давайте, допустим, возьмем месяц март. Мы создали для вас источник дохода, рекламную площадку. Рекламная площадка начала приносить прибыль, вы получаете доход на те доли от этого проекта, которые у вас есть. Как правило, если вы оплачиваете статус лайт, у вас есть 170 долей проекта. Ну, допустим, у вас есть 170 долей рекламной площадки, вы получаете на это прибыль. Если вы оплачиваете членский взнос на следующий месяц, вы получаете также доли следующего проекта, который мы создаем. Ну и так далее. Май, апрель, май, июнь, июль, август. То есть каждый месяц мы создаем для вас источник дохода, который приносит вам прибыль на те доли, которые вы имеете в проекте. Если вы оплатили членский взнос всего один раз, допустим, в марте, и дальше не стали ничего оплачивать, то есть перестали участвовать как платный член клуба, у вас все равно остаются доли того проекта, который был создан в марте месяце. И вы будете постоянно получать на них прибыль от того проекта, который был создан, то есть от рекламной площадки, к примеру. И дальше вы можете не участвовать. Переходим дальше. К нашим тарифам. Как я и говорил, 49% долей проекта принадлежат партнерам клуба. И эти 49% делятся вот таким вот образом. На пакете Light вы получаете 170 долей проекта, на пакете Pro вы получаете 510 долей проекта, и на пакете VIP вы получаете 1020 долей проекта, которые мы создаем. И также на каждом из
пакетов у вас есть дополнительные возможности, которые вы можете получить в закрытом доступе клуба. Ну, например, на тарифе VIP вы можете публиковать свои статьи, которые будут выходить на главной странице нашего сайта. И, соответственно, вы получаете бесплатную рекламу любого из своих проектов, либо того, чего вы хотите продвинуть. Как запускается проект и как вы можете получить уже первую прибыль при запуске, причем вернуть те 34% денег, ну или не 34, там 30% денег, которые были потрачены на создание проекта. Представьте, что в нашем проекте, в рекламной площадке, мы имеем всего 50 тысяч долей. Каждая из этих долей стоит 1 рубль. На начальном этапе, то есть среди партнеров, у нас должно разделиться 24 тысячи долей, да, то есть 49% это и есть 24 тысячи долей. Из этих 24 тысяч долей на первом этапе мы продаем только 34% этих долей. Не то, что продаем, а когда вы оплачиваете членские взносы, между вами распределяется всего 34% долей. И как только проект запускается, то есть мы его создали, запустили, им могут уже пользоваться другие люди, мы допродаем на бирже 15% долей, которые не были распределены среди первых участников. Для чего это делается? Сейчас вы поймете. Давайте представим, что 1% – это одна доля, и эта одна доля стоит 1 рубль. То есть 34% долей – это 34 рубля на первом этапе. На втором этапе мы допродаем 15% долей, либо 15, так скажем, долей, но уже в 3 раза дороже, то есть по 3 рубля. Что происходит? На первом этапе 34% долей стоит у нас всего 34 рубля, а на втором этапе те доли, которые мы допродаем, 15 долей, стоит уже 45 рублей, потому что стоимость одной доли уже не 1 рубль, а 3 рубля. Что происходит с этими деньгами? То есть мы допродаем доли тем людям, которые не успели участвовать в нашем в запуске рекламной площадки, либо сомневались, что она вообще запустится. И на этом этапе они видят то, что проект уже работает и приносит первую прибыль тем людям, которые участвовали на первом этапе. Мы продаем эти доли на нашей бирже проектов, и 50% этих долей, точнее 50% денег от продажи этих долей уходят тем людям, которые участвовали на первом этапе. И по сути вы уже получаете первую прибыль за то, что вы помогали клубу развивать этот проект, то есть развивать рекламную площадку и запускать ее. Вы получаете возврат, ну можно сказать, своих инвестиций, то есть тех денег, которые вы потратили на создание этой площадки, то есть 34%. А остальные деньги опять же уходят в клуб и распределяются уже на оферкоины и на прибыль для биржи проекта. Что происходит дальше? То есть у нас доли заканчиваются и больше не производятся. То есть как у нас рекламная площадка имела 50 тысяч долей, так эти 50 тысяч долей и остаются. То есть их больше появляться не будет. Что происходит дальше? Вы эти доли можете продать во много раз дороже на бирже проектов. То есть вы выставляете, допустим, ваша доля стоила рубль, вы можете продать эти доли по 6 рублей на площадке, если хотите. Но вы можете их оставить себе и получать на них постоянно пассивный источник дохода, то есть пассивную прибыль от того, что реклама продается на нашем сайте. Хотите продавайте, хотите не продавайте. Я бы лично свои доли не продавал. Но у вас есть такая возможность продать ваши доли на бирже наших проектов. Идем с вами дальше. Итак, мы с вами перешли к нашей 10-уровневой партнерской программе, по которой вы зарабатываете, приглашая людей в наш клуб. С первого уровня вы получаете 20%, со второго по четвертый уровень вы получаете по 10%, с пятого, шестого уровня по 5%, с седьмого, восьмого уровня по 2%, и с девятого и десятого уровня по 1% с оплаты статусов Light, Pro или VIP. И также будет возможность в ближайшее время с продажи продуктов получать по этой же партнерской программе. Но об этом позже. Итак, давайте представим, что вы зарегистрировались и начали приглашать людей на тариф Light 500 рублей. Хотя у нас этих тарифа 3, как вы знаете. И ваши люди повторяют то же самое. То есть вы пригласили 5 человек, люди также пригласили по 5 человек. И все, кто сюда заходит, просто приглашают по 5 человек на тариф Light. Что произойдет? На первом уровне вы приглашаете 5 человек и зарабатываете 500 рублей от их оплаты членского взноса. То есть 20% от 500 рублей – это 100 рублей.
Пригласив 5 человек, вы, по сути, возвращаете то, что вы потратили на членский взнос. И на втором уровне вы зарабатываете уже 1250 рублей, на третьем уровне 6250 рублей, на четвертом уровне 31250 рублей, на пятом уровне 78125 рублей, на шестом уровне вы зарабатываете уже 390 625 рублей, на седьмом уровне 756 250 рублей, на восьмом 3 миллиона 831 250 рублей, на девятом уровне 9 миллионов 578 125 рублей и на десятом уровне 47 миллионов 890 625 рублей. И в общей сложности вы можете зарабатывать в месяц со всех уровней 62 миллиона 564 250 рублей. И почему же вы будете зарабатывать эти деньги? Я сейчас вам постараюсь еще раз объяснить. Потому что человек, который приходит в наш клуб, он получает источник пассивного дохода, который приносит ему прибыль. Как вы думаете, будет ли человеку интересно оплачивать 500 рублей ежемесячно, получая каждый месяц источник дохода, который ему приносит прибыль? Независимо от того, пригласил он кого-то в этот клуб или нет. Я думаю, да, это будет интересно. И сейчас наш клуб находится на стадии развития, нас чуть больше 1000 человек. И представьте, что через несколько лет нас может быть 10 миллионов, 20 миллионов человек. Соответственно, кто-то из вас, кто сейчас на данном этапе начнет развивать наш клуб, может зарабатывать по партнерской программе, я имею в виду только по партнерской программе, вот такие вот деньги. Ну а представьте, что эти люди будут оплачивать не тариф Light, а тариф VIP. Вы можете увеличить эту сумму сразу в 6 раз. Вот, в принципе, все, что я вам хотел рассказать. Причем, зарабатывать на партнерской программе вы можете, не оплачивая свой статус партнера. Да, то есть, если вы пришли бесплатно, и у вас сейчас нет денег для того, чтобы оплатить членский взнос, вы можете развивать партнерскую программу и зарабатывать деньги от привлечения партнеров и клиентов в наш клуб. И как только у вас эти деньги появляются, вы просто оплачиваете свой статус партнера, допустим, статус Light, и уже можете выводить деньги с партнерской и программы, и с наших проектов. Переходим к следующему. Это распределение 20% прибыли клуба на OfferCoin. Как я и говорил, OfferCoin является нашей внутренней валютой, которая подкреплена всеми бизнес-проектами, которые мы создаем на базе нашего клуба. Представьте то, что проект, допустим, какой-то проект, рекламная площадка, да, опять же, возьмем ее, принесла нам 200 тысяч прибыли за один месяц. 99 тысяч из этих денег распределилось на доли партнеров, которые участвовали в создании рекламной площадки. У нас остается 101 тысяча, которая перешла на баланс клуба. 20% этих денег уходит на распределение по OfferCoin. За что вы получаете OfferCoin? 20%, еще раз повторюсь, от 101 тысячи – это 20 200 рублей. Что такое OfferCoin? Точнее, за что даются OfferCoin? OfferCoin дается за регистрацию в клубе, абсолютно бесплатно вы его получаете, и за то, что вы развиваете наше сообщество. То есть, если вы приглашаете людей в наше сообщество, за каждого человека, который под вами зарегистрировался, вы также получаете этот OfferCoin. И прибыль на него начисляется со всех созданных проектов. Представьте, что вы пришли, и наш проект уже существует год. И вы получаете этот OfferCoin, либо вы можете его купить на бирже наших проектов, если кто-то его будет продавать. И вы получаете прибыль со всех тех проектов, которые мы уже создали до вас, до того, как вы пришли. Там, это может быть там, 10-12 проектов, неважно сколько. Но прибыль от всех этих проектов, 20% прибыли, определяется именно по этим OfferCoin'ам, которые у вас есть. Соответственно, стоимость самого OfferCoin'а постоянно растет, и прибыль, которая на него начисляется, тоже постоянно растет. Я считаю, что это уникальная возможность принять участие в нашем клубе. Можете начинать даже бесплатно рассказывать о этих возможностях и зарабатывать деньги. Давайте перейдем к последнему слайду и подытожим. Основной целью нашего клуба является создание множественных источников дохода для каждого партнера, который к нам присоединился. Вы получаете в свое пользование обучающие материалы, инструменты маркетинга и сервисы, которые созданы нашим сообществом. То есть за те деньги, которые вы оплачиваете в клуб, вы это все получаете. Вы ничего здесь не теряете. Даже если какой-то из наших проектов не заработает,
Ничего страшного, вы ничего не теряете, вы за эти деньги получаете намного больше, чем могли бы получить. Мы не обещаем вам высокие проценты от ваших вложений, так как плата за участие в клубе не является инвестициями. И вы получаете, и вы пользуетесь тем, что мы создаем для вас, как я и говорил, то есть сервисами, обучающими материалами, программами. И как бонус уже вы получаете доли всех проектов, которые мы с вами создаем. И что хочу сказать, прибыль проектов зависит на самом деле от многих факторов. От того, какой трафик идет на этот сайт, от того, насколько популярен данный продукт, будут ли им пользоваться люди. Наша команда маркетологов и программистов, она следит за всеми тенденциями, так скажем, в интернете. Мы берем самое лучшее и добавляем к нашей площадке. То есть, по сути, наш клуб добавляет только те проекты, которые реально могут приносить прибыль. И если есть какие-то неприбыльные проекты, мы их просто не берем. Мы видим потенциал того или иного проекта, который может развиваться и приносить прибыль всем участникам клуба. Поэтому за это вы можете не бояться. На этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Ссылка для регистрации находится ниже этого видео. После регистрации вы получите все видеоинструкции о том, как работать в нашем клубе.